Осенью 1941 года на подступах к Москве началась невиданная битва, которая войдет в мировую историю как операция «Тайфун». Отборные силы вермахта были брошены на штурм нашей столицы. В том, что Москва падет на Западе, не сомневался никто. Однако, когда в начале декабря информационное бюро Рейха сообщило о том, что немецкие солдаты уже любуются московским Кремлем в бинокли, в битве неожиданно наступил перелом. 6 сентября 1941 года. Главнокомандующий вермахта Адольф Гитлер составляет директиву номер 35. Она предписывает в ближайшее время до наступления холодов захватить Москву. Руководителем операции под кодовым названием «Тайфун» назначается главнокомандующий группой армий «Центр» генерал фон Бок. Приказ зачитывают в войсках. Офицеры берут с собой парадную форму для марша по Красной площади, а эшелоны загружаются крестами за доблесть. Танкам предназначена главная роль в сражении, равных которому еще не знала мировая история. Ведь общее количество участников битвы, в которой немцы должны были любой ценой захватить вот уже десятую по счету столицу, а советские войска любой ценой ее защитить, достигнет 7 миллионов 170 тысяч человек. 30 сентября 1941 года. Командующий 2-й танковой армией Гудериан по прозвищу «Шустрый Хайнц» начинает тайфун на 2 дня раньше положенного срока. Он наносит удар по Брянску, а дальше движется через Орел к Туле. 2 октября начинают движение 3-я и 4-я танковые группы Гёпнера и Готта. Они окружают советские войска в районе Ржева и Вязьмы. При поддержке Люфтваффе немецкие танки продвигаются с огромной скоростью и легко рвут первые оборонительные рубежи. Всего за 10 дней, по немецким данным, взято в плен 662 тысячи солдат.